друзья, мы сегодня Софию привезли первый раз в музей. Это вот знаменитый музей в Америке, в Нью-Йорке, где динозавры. Вообще это называется музей всемирной истории, естественной истории. Кто-то говорит музей американской истории. Ну, в общем, музей, где динозавры. Конечно, у нее куча эмоций. В общем, мы можем сказать со стопроцентной уверенностью, что ребенку, если еще не 2 лет, можете смело вести. Это интересно. Там внизу на первом, на втором этаже, где под стеклом разные звери, она пыталась чуть ли не сломать это стекло, била в него, чтобы зайти туда внутрь. Думаю, она не понимает, что звери не настоящие, но очень хотелось ей туда проникнуть. Мальчик рисует динозавра. Соф, ты так хотела динозавра, а? О, эмоции пошли. Вот как правильно называется. Американский музей натуральной истории. Ну пошли, ладно, дальше. Это мамонт, а вот тут динозавр. Передающее красное знамя.